как общаться с людьми, которые пытаются только получить выгоду от тебя. И при этом, ну, допустим, это из близких, родственников. Тебе знакомые люди. Ну, они получают выгоды для себя, близкие. Ну, скажем так, родители вряд ли хотят от тебя получать какую-то выгоду. Да, бывает такое, но это редкий случай, особенно мамы. Мамы – это единственный пример материального мира, безответной, безоглядной любви, которая, казалось бы, нам всем, которую мы все имеем качество, это безответной, безусловной любви к чему? К Создателю своему. Этого нас не научили. Кали-юга, мир такой, страна, страны, в которой мы, каждый из нас росли, у всех по-разному это все происходит. Поэтому, если брать родителей, если брать окружение, они хотят получать выгоду от тебя, показывая тебе, нам всем, каждый из нас, если это так, это показывая о том, что мы когда-то были точно такими. То есть они приходят к нам показать, что мы делали в свое время не так, то ли в этой жизни, то ли, возможно, и в прошлой жизни. Поэтому то, что это называется сегодня, зеркало. Зеркало – это отражение нашей сущности. Вот это то, кто мы есть в прошлом. Поэтому они к нам пришли как, ну, скажем так, кармическое какое-то следствие наших поступков в прошлом. Вот будем так говорить.